15 февраля, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, в Центральном дворце культуры состоялся торжественный вечер «Подвиги в легендах не стареют и не меркнут в памяти людской». Дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической необъявленной афганской войне, которая длилась более 9 лет. На той земле, выполняя интернациональный долг, воевали представители всех областей республик Советского Союза. Из Фурманского района 125 молодых воинов отправились на войну. В настоящее время в районе проживает более 80 наших земляков, участвовавших в вооруженном конфликте в республике Афганистан. В зале жители нашего района, которым довелось пережить трагические события той войны, все те, кому не безразлична память о минувшей войне. 15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. Наши солдаты, прапорщики и офицеры, достойны героизма своих отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Наш народ гордится воинами, настоящими патриотами Родины и отдает дань глубокого уважения и признательности погибшим. Понимая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы ценим интернациональный подвиг и будем вечно помнить отважных и мужественных солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству. От всей души желаю вам, вашим близким, счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой. Примите искренние поздравления в связи с 30-й годовщиной со дня вывода советских войск из Афганистана. Я хотела бы сегодня для всех воинов-афганцев прочитать вот эти строки. Всем участникам афганских перестрелок, кто вел войну, рискуя жизнью каждый день, я благодарность выражаю откровенно, желаю жизни без лишений и потерь. В день вывода военных сил с Афгана я вам желаю счастья, радости, добра. Пусть время лечит ваши души, ваши раны. Пускай судьба вас сохранит от бед и зла. Дорогие ветераны афганской войны, мы вас любим, уважаем и чтим. С праздником! Разрешите присоединиться к тем словам, которые уже были сказаны в ваш адрес. Ну а свое выступление хотел бы начать со слов благодарности. Благодарности вам в первую очередь, вашим родным, близким, ну и, конечно, благодарности вашим родителям, которые смогли достойных своих сыновей воспитать, которые с большой честью, достоинством и чувством своего долга защищали нашу Родину. И не только Родину, но и почти, можно сказать, как уже раньше говорилось, и нашу страну. Всем вам благ, с праздником, здоровья и удачи! В ходе мероприятия участникам боевых событий, ветеранам Афганистана были вручены памятные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Их вручили представители органов местного самоуправления, депутат областной думы Павел Смирнов, а также военный комиссар Приволжского и Фурманского районов Павел Коноплев и офицер запаса воздушно-десантных войск, участник боевых действий Иван Парфенов. Уважаемые товарищи, участники боевых действий, от имени депутатов фракции КПРФ в Ивановской областной думе я выражаю вам искреннюю признательность и благодарность. Желаю вам, а также вашим родным и близким здоровья, счастья и удачи. Спасибо. К сожалению, не всем суждено было вернуться домой. Афганская война стала роковой для 15 тысяч наших парней, возвратившихся к безутешным матерям и отцам скорбным грузом 200. А для тысяч других, прошедших войну, пропавших без вести, для их родителей, получивших извещение и похоронки, трагический афганский излом пролег через всю оставшуюся жизнь. Из 125 солдат Фурмаса вдвое геройски погибли на этой войне. Веселов Вячеслав Владимирович и Шумилов Владимир Валерьевич. Память всех невернувшихся с войны почтили минутой молчания. Хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за вашу верность долгу, присяге, за подвиг российского солдата. За то, что вы с честью и славой пронесли это имя на чужой земле. Еще раз вам доброго здоровья, благополучия, счастья на всем недожившим до светлого дня вывода из Республики Афганистан. Вечная память. Храни вас всех, Господь. Еще раз вам огромное человеческое спасибо.
15 февраля 1989 года – день, когда кончился счет потерям наших солдат. Сражения кончаются, а история вечна. И в память об этом событии мы обязаны воздать должное мужеству фурманцев, верных присяге, выполнивших свой долг перед Родиной. Боевое братство не забывается. Дружба, скрепленная огнем, с годами только крепнет. Этот вечер тому подтверждение. Вот мы встретились с тобой. Салам, бача, как поживаешь, дорогой? Дай мне, бача, свою колючую щеку. Дай я, бача, тебя покрепче обниму. Бача, бача. Виват, кандагам и герат. Виват, файзабам и гостин. Виват, хайратон и шендат. Yeah.